Дорогие болельщики Казахстана, наконец-таки я могу лично сообщить вам, насколько сильно я расстроена и сожалею, что не смогла выступить на Олимпийских играх в Париже за сборную команды Казахстана. Я готовилась с командой и, к сожалению, прямо перед началом соревнований заболела, пролежала с температурой, и у меня были проблемы с дыханием, и врачи запретили мне выходить на корт. Хотела бы извиниться перед всеми казахстанскими болельщиками за неоправданные ожидания и надежды. Я безумно расстроена, так как достаточно много работаю со своей командой и хотела бы принести и завоевать медаль. В прошлый раз на Олимпиаде в Токио я была достаточно близка, и, конечно же, это была моя большая цель. Надеюсь, что я смогу выйти скоро на корт, и хочу поблагодарить всех своих соотечественников, потому что каждый раз, играя на разных частях мира, я всегда получаю колоссальную поддержку и всегда безумно рада видеть флаги на стадионах.